Что вы читаете? Тургенева. Знаю, читал. Хороший писатель. Очень хороший. Только не люблю я у него вот это, как его. Не люблю, что он много иностранных слов употребляет. И потом вот насчет природы, как запустится, солнце, луна, птички поют. Черт знает что, взял бы и бросил, тянет, тянет. Да, великолепные у него есть места. Ну еще бы, Тургенев ведь, мы с вами так не напишем. Читал я, помню, «Дворянское гнездо». Смеху этого, страсть. Особенно эта сцена, где этот... Лаврецкий. Да, Лаврецкий. Да. Объясняется в любви с... С Лизой. Ну, с Лизой, с Лизой. Уж он так и эдак, и с подходцем. Она-то шельма, она жеманится, кочевряжется, канителит, убить мало. Да как же вы можете... Да что у меня Тургенев? Читал я вашего Тургенева. Подумаешь, образованный. Да нет. Хоть бы его и вовсе не было. Ладно, спокойной ночи, тушите свет.